Донецька область, місто Слов'янськ. Мирне, тихе, гарне, спокійне місто сьогодні. Але, ви знаєте, цей спокій, він більше зовнішній. І в цьому ми вкотре переконалися, коли випадково зустріли тут нашого давнього знайомого Антона. Він народився, виріс і живе в Слов'янську. Він не залишав його ні на день. Він бачив окупацію і був під обстрілами. І те, що він нам розповів, ми думаємо, це варто почути. Донецкая, Луганская, это было две республики. Как Босния-Герцеговина, Чехословакия, на Чехию и Словакию разделились. Штаты тоже есть, и Калифорния, там, и Техас. В каждом штате свои законы. Мы хотим, чтобы нас не пресекали, чтобы была работа, чтобы, по крайней мере, свет был и вода хотя бы сейчас славянская. Все начиналось очень банально и интересно. Все начиналось с собраний на площади, пьяной молодежи, которая приходила якобы на защиту города в случае того, если придут бандеровцы, поддерживали Нелю Игоревну Штепу, некоторые клубы, там какие-то там спортивные секции, там они там что-то ее охраняли, ходили вокруг да около. Мы присутствовали при одном избиении, видели, как того, кто сказал, почему мы должны уходить в Россию, если мы можем жить в Украине, да. Что надо просто или что-то надо менять, говорит, вначале внутри себя, а потом менять. И их просто вынесли. Их били, и милиция на это все смотрела. Их избили так, потом просто кинули на лавочки на площади, они там валялись. Вокруг было в море крови, люди рыгали, видно, были сотрясения мозга. Потом были такие позывы, когда они собирали молодежи в парке, несколько сотен молодежи, и говорили, что Лавру захватывают бандеровцы с автоматами, поэтому берем пруты, палки, бутылки, едем, садимся в автобусы, остограмливаемся и едем мочить бандеров. И вот, вот это, они, это под, была подготовка, они готовили людей вот таким вот массовым мероприятием. В апреле вот вы, например, говорили, что правосеки придут и будут резать за русский язык, а сейчас просите их сделать вам отопление и газ. Я не прошу их сделать, мы сами сделаем. Ну вот же военные, вы же говорите. Это военные, это армия, но это не правосеки. Ну там у нас гвардия стоит сзади за домом. Это гвардия, армия, но это не правосеки. Но это те самые, которые вы называли правосек, по-моему. Ну, мы не... Нет. Самое главное начинание у нас началось, это Вилла Мария, что находится возле музея. Это, можно сказать, ихний штаб был. Туда завозили гробы с оружием за несколько дней до начала штурма городдела. Туда завезли около 5-6 гробов полных. Они восьмером еле этот гроб тянули. Соответственно, понятно, что там не были трупы, что там было оружие. Потом они с этим новым оружием российским уже с обвесом, там пластиковым блатным, они уже были на городделе. И потом раздавали оружие на городделе, кому попало. В частности, очень сильно была наша местная церковь причастная, это та, которая на курорте и на вокзале, да. Они у себя прятали оружие, они привезли это оружие с церкви туда, поэтому все как бы проходило на таком, на высшем уровне, с высшими властями эшелоны наши, которые там по месту. Антон, очень важный вопрос сейчас. Все то, что вы сейчас рассказываете, вы это знаете лично? Я это лично, да. Я видел как бы вот это все, я видел, как это все происходило. Мы узнали о том, что городдел захватывают. Мы прибыли туда одними из первых, видели вооруженных людей, и, соответственно, мы сразу поняли, что большинство из них не местные. То, как они называли улицы, неправильно, с акцентом гекали. Поняли, что это либо россияне, либо крымчане. Потому что явно люди были не местные. Но с ними были, соответственно, предварительно присланы те, кто знал. Это, в частности, это наше казачество донское. Практически все казачество ушло потом в ДНР и вступило как бы в ополчение. Славянское казачество.
Оно называлось Донское, да, но оно в Славянске. Ну, там не только Славянское, там же и Краснолиманское, те, кто в Краматорске был, они как бы все под одной эгидой работали. Приезжает российское телевидение, говорит, и через минуту начинается обстрел, говорит, 80-миллиметровыми минометами, в то время как он летит на 4 километра, да? Выстрел на 4 километра, а Карачун от нас находится в 11. Они что, с гаубицами стреляли? Поэтому работали минометы свои же по городу, как бы, чтобы обозлить население, показать, что пришли фашисты, и надо защищать наш город. Выходите, мужчины, все. Вот большинство людей, как бы, они не были даже сепаратистами. Они туда пошли, потому что они думали, что действительно пришли фашисты, бандеры, не видя их в глаза. Поэтому это, знаете, судить там всех подряд нет. Много кто из них вот одумался и решил, что я попал не туда, и, ребята, я хочу жить в Украине. А на тот момент, наверное, опасно было, да, выражать такую про украинскую? Ну, можно сказать, ты либо будешь живым трупом, да, либо просто трупом. Когда тут чеченцы разъезжали, отжимали машины у людей, выгоняли людей с квартиры и заселялись в них, это, конечно, было. Здесь ладно? Да, это происходило, это часто происходило. Некоторые даже до сих пор не найдены люди. Машины их не видели в ополчении, а людей так и нету. А где-то имеются какие-то ямы, о которых не знает никто. Их просто туда скидывали. Вон была яма, когда откапывали у нас славянские. Возле детской больницы. Там были изувеченные люди, отрезанные пальцы там и все остальное. Были пытки, производились, как бы, поэтому над людьми издевались, там, отрезали там органы какие-то, там, то половые, то еще что-то, как бы, да. Надо же было запугивать население. Вот у нас там двух братьев, знаете, да, наверное, у нас верующие были. И вот ситуация была, первый раз они их выкрали. Потребовали за них деньги, родственники заплатили, их отпустили второй раз. Они потребовали деньги, опять их взяли, живьем полили, издевались, и в итоге они убили их, а деньги все равно получили. Как бы такие вот интересные у них варианты. Торговали людьми. Ну и просто занимались просто торговлей, да. Грабили магазины, у нас повыносили быттехнику, эту потом быттехнику продавали в руки там тому, кому надо. Порезали наши заводы, остатки, да, СЗВИ там и все остальное, там все рельсы поснимали, там типа на ежи, но не сделали три ежа, все остальное поехало в Россию. И это вгрузили вагонами металлолом, резали станки, которым нет аналогов просто. И вывозили в Россию. Вот такой вот пришел русский мир. Если они хотели создать какое-то государство свое, то, соответственно, должна быть какая-то промышленность. Она просто отсутствовала. Они просто разрушали. Разрушали, потому что большинство тех, кто туда добрался, это были алкоголики, наркоманы и те, кто не состоялся, да, в своей жизни, которые не хочет ничего делать, как в 17-м году. Я не хочу ничего делать, но я могу убивать. Вот дайте мне все, я буду убивать. Вот дали им все, и они делали, что хотели. Ну хорошо, ведь были же люди, которые вот за идею, которые на самом деле хотели... Да, были, но знаете что, это очень быстро закончилось. Спустя месяц все поняли, что это обман. Поняли, что никакой централизации быть не может, потому что режут заводы, уничтожают полностью всю промышленность, уничтожают, там, вырезают трубы там, газовые, еще что-то. Какое государство, в котором нету ничего? Гуляй поле? Ну, так надо было с этого и начинать. Давайте будем мародерить, убивать и идти дальше. Страшно было это прозрение у таких людей? В смысле страшно? Ну вот им было страшно потом понимать. Они боялись осознавать это. Они говорят, мы просто ошиблись там и все остальное. Но в то же время они до конца пытались верить, что может быть, просто придут другие, эти просто плохие, сейчас придут хорошие, придут россияне, они нам помогут. Пришли россияне, они еще с большей силой начали грабить. Потому что они еще ничего не имели.
Потому что казаки пришли, пограбили, пришли русские, пограбили. Говорят, а что мы, а мы что будем получать, а нам ничего. И вот они, когда пришли с идеей туда, начали платить им деньги. И вот когда перестали платить деньги, идея закончилась. А теперь, вот, да, тут они за идею, нет, им просто некуда возвращаться. Они понимают, что за все надо отвечать. И придется отвечать. Хотя многие из них уже воюют от того, что они просто боятся вернуться, что их хлопнут и где-то либо прибьют, либо посадят. И никто не хочет уже воевать. Война уже исчерпала себя на данный момент. Они сделали такую войну, когда можно было дергать за рычаги язык, религия, там дедушки воевали, там и все остальное. Но уже не лезет. Уже все, это уже закончилось. А теперь что? Теперь осталось одно, месть за моего друга, за моего брата. И вот уже война идет чисто основанная на мести. Да, и вот когда забирали людей в СБУ, это куда я тоже попал, как бы я, что меня отпустили за то, что была бомбежка. А они во мне увидели, там кто-то доложил, там еще чего-то, и они уже, я когда шел домой, они знали, что вот он, и меня брали чечены. Они мне диверсанта и все остальное повезли туда. Началась какой-то обстрел, какая-то бомбежка. Они все попрыгали в яму и сказали, отпустите этого придурка, мы все равно его заберем. Потому что нам сейчас его девать некуда. Ну, я остался посреди двора СБУ, когда разрываются рядом мины. Они все в окопах сидят. Они все бухали. Все на баррикадах были в умат пьяные. Потом, правда, пытались они навести порядок. Но так его и не набили. Перед тем, как уйти, они позагребали все, что только могли с собой. И то пограбили, то разбивали окна в магазинах, залазили, выбирали, что им надо. Отправляли через новую почту в Крым все, что хотели. Мы наблюдали такие, когда пол-литровую банку с золотом отправляли. Ну, видно, что оно с бирками, это значит, где-то выставили какой-то магазин с золотом. Отправляли ковры, телевизоры, ворота. Железные ворота отправляли в Крым. Понимаете, стиральные машинки, как бы бэушные, не бэушные, все прямым ходом летело со Славянска в Крым. В основном это Симферополь, Севастополь. И вот они все в военной форме отправляют такими вот баулами все себе домой. Короче, можно сказать, был сплошной грабеж. Поначалу все скрывалось, как бы там не то самое, а потом ничего скрываться не начали. Они начали в наглую носить нашивки «Россия». Начали уже не молчать, а говорить, поснимали маски, все, мы че, мы ж Россия, мы пришли помочь, русский мир привели, что там, ребята, давайте, и все остальное. Никто ничего уже потом не скрывал. Они уже думали, что они победили. Все, победа за нами. Когда они там издевались над украинскими военными, привозили там их, а потом показывали, какие они классные, когда вот этого с вертолета парня привезли, что они его спасли, якобы там эти хотели его убить, а те его еще что-то хотели сделать. Никто никого не хотел убить. Просто им не дали подлететь даже. По ним работали. Крупнокалиберного пулемета. Как можно было подлететь на вертолете туда? Вопрос. Как забрать? Никак. Потому что оно оккупированная территория. Еще положить десяток пацанов, которые летят в вертолете? Нет, ну... То, что они оставили его в живых, это как бы они показали, что у них жест доброй воли, что они люди. Да, были среди них люди, но я хочу сказать, из 100%, может, 10. Это были нормальные, адекватные люди, которые не по непонятным причинам туда попали. И вот большинство сейчас вернулось, да, там, кто с Крыма, кто с России, там, кто где-то еще был. Верища той, как было хорошо при Дейнере. Я у них спрашиваю, а почему вы в апреле и в мае убежали? А чего вы тут не были в июне и в июле, ребята? А где вы были, когда тут был полный беспредел? Когда на улицу выходишь, и как в Диком Западе, нету никого. Никого. И только где-то бабушки какие-то с тележечками бегут, воду набирали в парке, прям с болота пили. А что делать? Еды нету, того нету. Очень было сложно. Поэтому каждый наваривал там на хлебе там. И на всем остальном там большие суммы денег. Ну, все как и когда-то там во время Второй мировой войны. Ну, то же самое оккупация немецких войск, и то же самое это было вот оккупация ДНРовцами нашей территории. А вот эти русские, которые адекватные, они ну, как-то
Была ли возможность узнать их точку зрения вообще, на самом деле, как они относятся к тому, что происходит, что они здесь, на Украине, что они наши? А, конечно, была. Они как бы мотивировали это тем, что Украина принадлежит России, и так всегда было. Это империя. Говоря о том, что тут была там Харьковская губерния, там и все остальное, знаете, там Артем хотел создать там Криворожскую какую-то там республику, еще что-то там. Я ему говорю, вот вы учили историю, откуда вообще, что пошло, да? Как бы, говорит, Россия была вечна, и все, и тут можно было разговор прекратить. Но были те, кто старается промолчать, видно, они просто исполняли приказ. Они просто молчали, и видно было, что они были недовольны тем, что происходит вокруг них. Ну, таких, не знаю, таких, может, 2-3 человека было, кого я видел, с кем можно было поговорить, адекватных. И они говорят, что у нас приказ. А какой приказ и что, это не обсуждается. Мы здесь, нас сюда прислали. Все, мы работаем. Ополченцы стреляли по домам в тупую, подъезжая с Ноны, расстреливая дом. И потом крича, это была ответка, да. И когда люди видели с окна, что он подъехал и стрельнул в их дом. И когда начали кричать, когда люди говорят, что это такое. Он говорит, мы ничего не знаем. Врали людям прям в лицо тем, которые это вживую видели. Когда работали 50-е минометы, которые летят километр. И работали они по городу. Когда Нона ехала и стреляла на ходу с надписью «На Львов» или «На Киев», да, это было, конечно, удивительно для всех. Когда подгоняли танчики, прятали их в посадке и стреляли по 9-этажке, если кто-то понимает там в каких-то там расчетах, да, артиллерии там или еще чего-то, то он должен понимать, что это была прямая наводка, это не навесной боеприпас бил. Это бронебойные били, это танк работал. И танк это явно не украинский работал, а это наш, вот что тут стоял у них. Они находились у них в пожарной части, прикрытые. Вот когда они разбили блокпост на этом, как его, на Рыбхозе, да, когда погибло много солдат украинских, у них был договор, они не трогают местных, они едут, он пропускает беспрепятственно. В то же время они создали подлость. Они втихаря приехали, установили 2 танка и обстреляли весь блокпост. Уничтожили его, там погорели пацаны. И один из ополченцев там хвалился, что они добивали этих недобитков фашистских. Поэтому о чем можно говорить, какая в них там, да, честь там и все остальное. Тем более, какая у нас пропаганда была все вот эти 22 года, что мы видели. Мы видели только то, что какие классные российские десантники, какие классные у них ребята, как они убивают чеченцев. Мы все хлопали в ладоши и радовались, что вот Чечню победили. Но когда сами столкнулись с русским миром, мы поняли, что насколько несчастен был народ Ичкерии, насколько как его уничтожали. Знаете что, мне непонятно. Вы видели, да, что вас обстреляли вот они же, ДНРовцы? Люди пытались что-то делать, но получали по роже прикладами, либо улетали на СБУ за длинный язык. Поэтому... Те, которые орут на телевидении о том, что нас обстреливала Украина, они искренне в это верят. А, знаете, я вам скажу такую притчу, да. Если будет сидеть 2 человека, 2 соседки, подойдет ДНР и стрельнет одной в голову, то будет кричать, это стрельнул укроп. А потому что они, вот знаете, люди, они не хотят смириться с тем, что они были неправы. Мы все равно правы. Плевать. Это вот такой менталитет у человека, который жил при коммунизме. Советский Союз прав. Советский Союз, вот это зомбирование людей, вот это, оно будет говорить, это убил украинец. По крайней мере, там пуля была украинская, понимаете? Найдут кучу оправданий тому, что это сделала Украина. Кучи. Понимаете, это люди, пенсионеры. У нас Славян составляет там 60%, может даже больше, да, пенсионеров. И вот большинство из них, 95%, они все фанатики ДНР. До сих пор. И вот как нам строить будущее в нашем городе, да, когда у нас голосуют? Голосование проходит. За кого? Кто голосует? Не молодежь. Посмотрите, Запорожье, Днепропетровск, Западная Украина, Центральная Украина. Заводы у них остались. После развала Советского Союза у нас нет. И они обвиняют украинскую власть. Ребят, подождите. Говорю, вы развалили, вы же резали, вы же ломали. Вы же голосовали, вы же не боролись за место под солнцем. Вы это все слили.
Да это же не мы, так какое государство? Почему те не отдали? Почему мы отдали? А потому что менталитет у вас такой. Загребти побольше, там будет что будет. После нас хоть потоп. И все, так вот и произошло. Вот почему как бы мы находимся в данной ситуации, в постоянном напряжении. Потому что люди не хотят понимать, что разграбили Донецкую и Луганскую область именно мы, а не Киев и кто-то еще, и какие-то другие государства. Мы разграбили. Мы его разрезали, поломали и продали по кирпичам. Хорошо, вас освободили. Как этот момент воспринимали жители Славянска? Ой, знаете, даже вот эта вата, как говорят, она вздохнула с облегчением, что всю война закончилась, да? А теперь же надо искать минусы Украины, да? Говорит, какие вы подонки, козлы, там при вас так плохо, вот было при ДНР так хорошо. Это люди, которые не хотят согласиться с тем, что ихнее понимание, да, вот, происходящего, оно неправильно. Они не хотят с этим. Вот ты их хоть убей, они не будут все равно. И то, что сейчас никто никого не бомбит, не обстреливает, не мотает. Все равно фашисты. Все равно фашисты. Когда привезли еду к нам в Славянск, да, выгружали военные из Западной Украины, когда люди помогли там питанием, они кричали, чтоб вы сдохли, и брали эту колбасу, падали с этими мешками, рассыпалась эта картошка, она ползала, собирала эту картошку, чтоб вы сдохли, фашисты. И, понимаете, вот это менталитет такой. Ну, у вас же, мы сегодня ночевали в Славянске, украинские каналы показывают, а в всяком случае в гостинице Славянск. Дело в том, что, у нас же не запретили российские показывать. Зайдите к любому пенсионеру домой и посмотрите, что у него постоянно работает Россия-24, Life News. Он украинские каналы фашистские не смотрит. Путин не фашист. Путин это Сталин, понимаете? Вот это человек, который спасет мир. Я знаю о том, что у вас друзья живут в Донецке. Скажите, пожалуйста, вы с ними общаетесь наверняка? Да. У них как? Вот как у них настроение? Он говорит, мы потеряли всяческие, звонки на спасение, да, что нас спасут от русского мира. То есть они все-таки не хотят жить в русском мире, хотят. Но они уже не верят, что Украина победит. Да, не верят. Потому что, говорит, сдают одно за другим. Он говорит, с Мариуполем сейчас. Все же Мариуполь сдадут, говорит. И все, хана нам вообще. Говорит, рано или поздно нас все равно, говорит, прибьют. Потому что мы ж не такие, как они. Знаете, почему я задала этот вопрос? Потому что мне всегда казалось, что люди, которые уже сидели в подвалах, которые знают, что такое голод, которые знают, что такое мародеры и бандиты, они должны как-то вот немножечко, у них должно щелкнуть. Нет, у тех, кто сидел, да. А те, кто не сидел, а те, кто носил им на баррикады кушать, те до сих пор хотят им носить кушать, понимаете? Какой выход видите из этой ситуации? Выход из этой ситуации? Прежде всего, это какой-то компромисс. Но опять же, давать какую-то опять возможность русскому миру идти вперед, да, что мы должны быть сильными. Вот выход ситуации. В нас должны увидеть силу, чтобы к нам потянулись. Должны увидеть, что наше государство способна защитить своих граждан и дать им рабочие места, нормальные пенсии, чтобы люди начали жить не так, как жили раньше, лучше. Если дать людям возможность работать и жить, и нормально существовать, да, как бы вот в обществе, то никто не захочет жить в каком-то ДНР там, или каком-то еще отдельном государстве, которое не дает ничего, которое только забирает, да, и подкидывают какие-то подачки, там, вот вам, вы же за идею, мы же едины, мы же русский мир, мы же славяне. Вы верите в светлое будущее? Конечно, а как еще? Мои деды верили, я буду верить, что по-любому будет победа, пускай она будет мирная, да, победа, там, как можно меньше ребят погибнет, с обоих сторон, хочу заметить. Неважно, там, кто был обманут, у каждого уже своя правда. Потому что каждый уже навидался войны, каждого обидели. Но хочется верить, что закончится все нормально, и мы наконец-то встретимся, и пройдет время, что у нас не будет так, что мы... Вот ты, хохол, ты воевал там за украинцев, а ты там воевал за этих тварей, там еще там за кого-то. Нет, мы... если вы хотите быть славянами, так станьте ими. Так словом и делом, а не огнем и мечом друг друга.